Привет всем! С вами Полина Майзель, ароматерапевт, преподаватель массажных техник, автор методик по ароматерапии в движении и еще многое другое. Но сейчас я хочу вам рассказать про один из моих в последнее время любимых наборов компании doTERRA, набор Yoga Collection Kit. Это набор для практики йоги и не только. Зачем вообще практиковать йогу и что такое йога, собственно, об этом мы с вами сейчас и поговорим. Что значит йога? Йога в переводе с санскрита – это однозначный перевод у этого слова есть, потому что йога означает соединение, контакт, гармония, связь, союз. То есть это далеко, намного больше, чем просто выполнение, какое-то техничное, красивое выполнение асан, там, стойка на голове или еще что-то такое. Мы можем попробовать с вами уже прямо сейчас. Вот вы увидите, что практиковать йогу может каждый человек, вне зависимости от его физической формы, возраста и того, где он находится. Практиковать йогу можно в любое время, в любой момент. Мы можем сделать это с вами сейчас вместе. Вот на секундочку. Устремите свой взгляд внутрь. Мы посвятим это буквально 10 секунд. Сосредоточьте свое внимание на кончике носа и почувствуйте, как воздух входит в ваше тело. Почувствуйте температуру этого воздуха, как это все ощущается. И сделайте глубокий выдох. И еще, продолжая устремлять взгляд внутрь, почувствуйте просто свое тело, где оно находится, как вы сидите, как чувствуют себя ваши плечи, ваш лоб. Сделайте еще один глубокий вдох. И длинный выдох. Вот мы уже с вами позанимались, попрактиковали немного йогу. Для чего вообще это нужно? И в первую очередь для того, чтобы ощущать себя, ощущать контакт с самим собой и ощущать себя здесь и сейчас. Что означает ощущать себя здесь и сейчас? Почему это так часто, наверняка вы слышите это у всех на слуху, будь здесь и сейчас? Потому что наш мозг, он имеет свойство блуждать и гулять то в прошлом, то в будущем. И это обычно вызывает у нас ненужную тревогу, потому что мы либо беспокоимся о том, что будет или не будет, или о том, что уже было, но сейчас этому нет места. И вместо того, чтобы чувствовать себя здесь и сейчас. А исследования говорят о том, что человек чувствует себя по-настоящему счастливым только когда он чувствует себя здесь и сейчас. Ну вот, например, занимаясь спортом, танцами, когда вы плаваете или занимаетесь любовью. Вот эти все действия, они помогают вам ощущать себя здесь и сейчас. И вот именно тогда мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми. И последнее время этот набор Yoga Collection Kit, он просто не вылезает у меня из сумки и находится со мной везде. Но далеко не везде я занимаюсь йогой. Вообще, на самом деле, в последнее время моя жизнь такова, что практиковать как именно йогу у меня получается, не, скажу вам по секрету, не так-то часто и не так-то много. По чуть-чуть. Но именно сейчас я работаю над тем, что практикую ее даже тогда, то есть мы все хотели бы там как-то, чтобы у нас было идеально время, идеальное тело, и чтобы мы взяли красивый коврик для йоги, пошли в какой-то классный зал, и нам бы там никто не мешал, мы бы там тогда начали бы практиковать йогу. Но реальность, она порой не такова, что нужно находить время и место там, где вы находитесь сейчас. И вот я иногда, обвешанная маленькими детьми, практикую йогу. Ну, дзен-буддизм я с ними вообще практикую ежесекундно. А вот йогу тоже я стараюсь практиковать. То огромное преимущество этого набора, что он помогает мне и дает огромную пользу. И именно поэтому я хочу поделиться, потому что эту же пользу вы можете получить тоже и вы. Он помогает мне практиковать йогу в любом месте, в любое время. И сейчас я еще расскажу, как это происходит. Он состоит из трех смесей. И это три аромата эфирных масел. Они все
восхитительные. Вот прям не побоюсь этого слова, потому что все три аромата, они просто суперские, очень-очень-очень приятные. И очень разные. Вот Anchor, аромат Anchor, это в переводе с английского означает якорь. В его состав входит лаванда, кедр, ладан, корица, сандаловое дерево, черный перец и пачули. Если вы уже хоть имеете какое-то представление об ароматерапии и об эфирных маслах, то вы наверняка понимаете, что это все масла очень глубокие, очень заземляющие, помогающие входить в медитативное состояние. Это все очень ценные масла и дорогостоящие. Но смеси, они работают таким образом, что когда масла соединяются в смесь, то это происходит не 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 равно там что-то другое, а именно синергия. Они работают вместе, и рождается какой-то совершенно новый аромат. Вот в данном случае родился аромат под названием якорь, и он помогает вам почувствовать, что у вас есть якорь, что у вас есть почва под ногами, что у вас есть корни. Можно пользоваться этой смесью очень по-разному. В ситуации, когда вы чувствуете, что вас выбили почву из-под ног, да, бывают такие ситуации. Или если вы занимаетесь, и вы хотите именно войти в состояние заземления такое, будь то практикуя йогу, будь то стоя в очереди в банк или в пробке, или говоря по телефону с кем-то, кто вдруг вы чувствуете, что вы начинаете терять равновесие и выходить из себя, вот тогда вы можете воспользоваться этой смесью. Она имеет очень глубокий, сладковатый и очень приятный заземляющий аромат. Align – это вторая смесь, смотря с какой стороны считать, да, но эта смесь означает центр, центровку. В йоге есть очень много упражнений, которые помогают почувствовать собственный стержень. И когда мы хотим почувствовать собственный стержень, когда мы не уверены, когда нам нужно принять решение, когда мы не уверены, что именно чувствует, что вы чувствуете, что бы вам хотелось, когда вы чувствуете, что очень легко вас перетянуть, когда вы чувствуете, что есть проблемы с границами, и когда вы, может быть, слишком гибкие в своих границах или, наоборот, слишком сжаты и не можете найти вот эту вот золотую середину, которую вам хочется почувствовать. Опять же, это можно делать, практикуя йогу, это можно делать, просто проснувшись утром и взяв эту смесь в руки и подышав вместе с этой смесью одну минуточку и почувствовать свой физический и метафизический центр. Смесь Align. В нее входит также основанная на фракционном кокосовом масле бергамот, кориандр, майорам, перечная мята, герань, базилик, роза и жасмин. Вот эта вот комбинация создает в своем сочетании смесь центр. Также аромат восхитительный. И третья смесь Arise, подъем. Тоже слово такое, rise, это очень интересное слово, его немножко сложно перевести, но однозначно, потому что оно означает подъем, но не только подъем, а взлет. И эта смесь также имеет назначение просветление, такое вот прям вот вау, слово просветление. Также основаны на фракционном кокосовом масле. Почему все эти три смеси основаны на фракционном кокосовом масле? Потому что вы можете уже сразу же смело наносить его, например, на чакру сердца, или на ступни ног, или делать ингаляцию такую вот ароматическую. Вы можете использовать их в массаже, вы можете использовать их в интимных ситуациях, да? Они уже разведены немножечко в фракционном кокосовом масле, поэтому они не такие резкие. Да, кстати говоря, в йоге мы не хотим слишком резких, так чтобы нам прям бам, выбило, а более нежно. И это ароматическая смесь просветления. В ее состав входит лимон, грейпфрут, пихта сибирская, османтус и лист мелиссы. Кто пробовал эту смесь, он понимает, почему у меня закатываются глаза, потому что действительно хочется взлететь сразу же, когда вы чувствуете эту смесь. Вы можете пользоваться ей просто как духи, даже не обязательно практиковать, не обязательно ничего делать. Если вы хотите побольше в своей жизни улыбаться, радоваться и чувствовать легкость, с утра взяли эту смесь,
я уже с вами даже по-арабски заговорила, взяли эту смесь и нанесли на свое тело после душа. Ну, так вот, как духи, да? Или на свой шарф, или на волосы. И надышались, и идете просветленные в мир. Ну и, конечно же, если вы практикуете непосредственно йогу, то вы можете заканчивать ей... Чуть-чуть у меня тут со светом. Заканчивать ей свою практику или начинать. То есть здесь у вас из этих трех смесей есть безграничное поле для фантазии. Нету как правильно, как неправильно. Так, как вы делаете, так и правильно. Делайте так, как правильно для вас. И это, по сути, три натуральных составленных комбинаций ароматических духов, которые помогают вам вот так вот регулировать ваше эмоциональное состояние. Практиковать йогу с этим набором будет очень-очень легко и классно. И делать это нужно для того, чтобы чувствовать себя здесь и сейчас, чувствовать себя хотя бы чуть-чуть, каждый день по чуть-чуть более счастливым, открывать сердце, заботиться о себе. Он напоминает вам, вот вы открыли сумку и увидели этот набор, опа, и вспомнили, что вы всегда можете найти одну минуту для самого себя, позаботиться о себе. Даже я, даже у кого есть семеро детей, может найти одну минуту позаботиться о себе. А эта одна минута может очень-очень-очень дорогого стоить, очень быть важной для вас. И помогать вам чувствовать себя радостным, развивать интуицию. Вообще эфирные масла очень помогают нам развивать интуицию, находиться в контакте с собственным телом, укреплять иммунитет и находиться в гармонии. И делать это можно очень легко, буквально, как я вам уже сказала, в любое время, в любом месте, хоть на прогулке, в транспорте, перед сном или проснувшись только и практикуя йогу. Так что я вам от всей души очень рекомендую воспользоваться, приобрести этот набор, а если он у вас есть, то пользоваться им, потому что есть такое выражение, йога работает тогда, когда ее практикуете. Также эфирные масла, они работают тогда, когда вы открываете бутылочки и пользуетесь ими. Всего вам доброго! Намасте!